Вот, Борис Борисович, отчет готов. Все сходится копеечка в копеечку. Липкая лента для мух, лампочки, вампирки, мыло. Что это за ерунда, Прохор Петрович? Вот тут в чеках деньги, которые вы мне давали на текущие расходы, а это сдача. Слушайте, не выдумывайте, а? Я вас об этом не просил. Вы не просили, но я сдаю дела. А порядок мы знаем, хоть и живем в деревне. Да, фантазия у вас, конечно, неуемная. Бойкот мне организовали? Да, я. И горжусь этим. Бумажки мне постоянно какие-то подсовываете. Мелочь на капот кладете. Да, возможно. Для вас это мелочь. Между прочим, тут в аккурат на две булки хлеба. А вы их на землю. Аню мне позовите. Сейчас. Разбежался. Прохор Петрович, я сейчас как человека прошу. Позовите ее. Мне надо с Аней поговорить. Не о чем вам говорить. И вообще, перестань ты ездить возле нашего дома. Ну, это уже никакие рамки. О, о рамках вспомнил. Ты думаешь, я не слышу ночью, как ты тут круги накручиваешь? Ждешь, пока Аня выйдет. Поздно! Ушел твой пароход. Анечка к мужу возвращается. Баста! Это правда? Или вы сейчас опять надо мной издеваетесь? Правдее некуда. Да. А вы нашли нам замену? Это кому это вам? Игнат тоже с фермы увольняется. Так что ждите еще одной заявы. Аня, это правда? Тише. Ой, кажется, уснула. Здрасте. Я Викуся, а вы? А, я поняла. Вы мамин жених, правильно? Это Викуся, моя младшая. Мам, ну что ты гостя в дверях держишь? Вы проходите. Вас как зовут? Борис Борисович. Мы столько вас слышали всего. Да? Интересно. И что же? Я ничего не говорила. Да это папа. Ма, мы просто были в шоке, честно. Я еще тебе забыла сказать, что Светкина мама, она тоже вышла замуж второй раз. Представляешь, родила в 40-то лет. А вы что, миллионер? Викуся! Что такое? Папа так сказал. Аня, я уезжаю. Дня на три. Ма, зачем ты столько хлеба нарезала? А, ужинать будем. И вы будете с нами ужинать, да? Нет, Борис Борисович спешат, у них дела. И потом они наши продукты не употребляют. Их от них изжога мучит. Я оценил ваш юмор, Прохор Петрович. Аня, можно тебе на пару слов? Пожалуйста. Курицы. Давай, Захар Иванович, давненько мы с тобой вот так вот не сиживали. А чё ж нам не посидеть? Рабочий день окончен, имеем право. Да. Ну чё, вздрогнули? Давай. Да давай, давай, закусывай. Пошла, как дети в школу, а? Давай, вот огурчики, колбаска. Хочешь, я тебе яичницу сделаю фирменную? Ты, Юрка, не суетись. Вечер он длинный. Успеется. А я тебе, кстати, лекарство принес. А зачем мне лекарство? Вроде не болею. Не болеет он. А кто мне
мозг выедал про лузера. Я же знаю, какое слово мудреное. Я сразу и не понял. Словарировался. Ну, какой же ты неудачник, Юрка? Нормальный ты? Читай. Практика по повышению самооценки. Оно мне не надо? Надо. Надо. Там тебе быстро мозги подправят. Пойдешь, поговоришь с умным человеком, всякие упражнения поделаешь. Ох, нифига себе! Да я за эти деньги лучше на неделю с Сонечкой на море съезжу. А с умным человеком я и так вот сижу, разговариваю. Хороший ты парень, Юрка. Вот только жениться тебе надо по новой. Петрович сказал мне, что ты возвращаешься к мужу. Дядя сказал. Ты не должна. Ты не можешь. Ты не вернешься к нему. А что я еще не должна? Прости, я не так выразился. Я хотел попросить тебя не делать этого. Как тебе трудно просить? Если ты собираешься вернуться к мужу только назло мне, это не выход. А где выход? Не знаю. Я знаю только одно. Мне очень плохо без тебя. Обнимается. Ядрёна вошь. Дедушка, ну что вы делаете? Не называй меня дедушка, я, может, женюсь еще, а ты дедушка, дедушка. Сами жениться надумали, а маме даже обниматься нельзя. Чего? Это разве по-честному? Ложись спать, честная. Я ужинать хочу. Кисляку попей и баньки. Да где эти чертовы очки? Вечно куда-нибудь позадеваются. Да, они ж на вас. Ну, посмотри, чего они там делают. Целуется. Ты шмакодят. А подглядывать неприлично. Дедушка. Я тебя украду. Крадут обычно невест. Боря, ты не знаешь. Викуся приехала беременная. Вся в проблемах. У тебя на первом месте сын, а у меня... Дочь, я знаю. Какие у нее проблемы? Я все решу. Может, родишь за нее? Или мужа ей вернешь?
Ну, это не ко мне. Ты хотел уехать? Уезжай. Не уходи. Я тебя очень прошу. Мы не договорили. Мы договорили. Зачем себя обманывать? Это ты мне говоришь об обмане? Какая ты красивая. А ты? Ты? Ну зачем я только тебя встретил? Килич какая нежная. Ты где, Юрка, килечку брал? Я такую со времен перестройки не ел. А это Перцов где-то места заветные знает. То есть знал. Да. Вот последняя банка осталась. Вот я и говорю, жениться тебе надо. Подожди, куда мне жениться-то? С моими четырьмя детьми и с внучкой Машеньки на подходе? Тоже у меня проблемы. Но у меня, кстати, и кандидатура на примете имеется. Да. Достойная. Молодая. 22 года. 22 года – это моложе моей Наташки. А хоть бы и так. Зато с образованием. Стройная. Ноги. Глаза. Все на месте. Понимаешь? А готовит как? А вот чего не знаю, того не знаю. Слушай, мы в понедельник спросим. Это ж практиканточка наша из клиники. А, это? Чего, не нравится? Ну, извини. Тогда остается только Вера Ивановна. А она такие пироги на работу приносит. Спасибо тебе, Захар Иванович, за Веру Ивановну, которая 10 лет как на пенсии. Иди ты в баню. Юра, ты пойми, с бабами надо пожестче, вовремя их на место ставить. Ну, не 22 года, ну это вообще ни в какие ворота, ну. Ты соглашайся, соглашайся. К 40 годам как раз из практиканточки воспитаешь человека. Ну. Да, солнышко. Бегу-бегу. Я все помню. Это кефир, кефир, гречка. Да. Что? Почему заплетается? Ничего не заплетается. Нюх у нее на это дело. Да-да, солнышко, да. Да. Че, я только бутылочку пива выпил. Одну. Трубку бросил. Правильно. Захар в народе говорят. Одинокому хоть удавиться, женатому хоть утопиться. Да, народ не обманешь. Ну что, давай на коня? Давай. Значит, что он говорила? Кефир, гречка. Клестир, сортир. Давай. 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 Сюрприз!
Любишь пирожные? Пирожные, да. Ну, вижу, не очень рада. Но у меня еще один сюрприз для тебя имеется. Луки твоего касается. Я пройду? Ой, это у меня первый выходной сегодня. Хочу его с тобой провести. Я так счастлива. Ты по делу давай говори. Давай. Ты мне работку такую знатную подогнала, подруга. Устаю я страшно. Ноги гудят, спину ломит. Руки, кстати, потрескались. Смотри, ужас. Перчатки надо надевать. Угу. Ты знаешь, оно бы как бы ничего. Но выносить вот эту эпидемстанцию, это вообще выше моих сил. О ком это ты? Рамина. Приживалка эта ихняя. А что ты не ешь? Смотри, какие. Свеженькие пирожные. Так, давай, давай. Подожди. Подожди, подожди, подожди. За мою первую рабочую неделю. Ура. Что ты там про луку молола? Знаешь, эта зараза, она ж не только мне жить не дает. Она на луку твоего, она виды имеет. М? Ну? Угу. А что дальше? Дальше говори. 3 раза в день наряды меняет. Это где-то видно. Приживалка бедная. Откуда у нее деньги? И знаешь, она так все время вьется возле него. Так, типа невзначай, золокоточек поддержит. Где-то там коснется, ручкой проведет. Руки постоянно свои поганые на плечи ему кладет. И вот это вот щебечет этим своим таким елейным голоском. Стерва. Угу. Че щебечет? Я не знаю, я же отдельные слова только понимаю. Но вот это особенно. Мяу. Это мой, кажется, да? Так, мило, мой, мило. Когда она уже в свою сардинию упрется, это мымра. Вот. Я вот этим вопросом тоже занимаюсь. Давай что-то с ней сделаем. Аля. Считай, что я этого не слышала. Да чего? Ну, не в смертельном смысле. Так просто пуганем ее. Давай ей сыпь устроим. А можно еще так, чтобы слегла на 3 дня отравления и... С поносом? Аля! Вот Лука будет рад. Правильно, такая Раминка и Фанта. А я уберу. Ну, с тобой не соскучишься. Не ними еще. Ну, Нюрка, с тобой не соскучишься. Дядь, ты это о чем? О чем? О твоих обжиманцах с Борисовичем. Мам, ну ты извини, что мы подсматривали вчера. Интересно же было. Я твоего Борисовича вообще еще не видела. Ни разу. Вот так, одним глазком. Ничего интересного. Нюрка, ну как ты могла? В моей голове это не укладывается. А я маму понимаю. Папа сам виноват. Загулял, развелся с мамой. Пусть теперь локти кусает. И Валерик тоже будет локти кусать. Ты на что намекаешь, макодявка? А я на то намекаю, дедушка, что если бы мне какой-нибудь шикарный миллионер предложил замуж, я бы пошла, не раздумывая. Ядрен ваш. Ну, пока твой миллионер думает, пойди-ка полкан покорми. Нам с мамашкой пошептаться надо. Иди уже! Нюр, ну объясни ты мне бестолковому, что ты вытворяешь? Мы ж всей дружковкой Борисовичу бойкот объявили, а ты на попятный. Да я сама не знаю, что я делаю, дядя. Вот злюсь на него, видеть его не могу. А как увижу, так куда-то все испаряется. А вчера он сказал, что я красивая. И так смотрел. Очень красивая. Глаза вон на мокром месте. Круги под этими же глазами. Бледная вся. Она же зеленая. Да брешет он все. Ну, может. И брешет. Вот головой все понимаю.
на себя не контролирую. Тогда я тебя проконтролирую. Контролировать она тебя не может. Кушай, сынок. Каша манная на свежем козьем молоке. А, ну ты бы еще слюнявчик повязал. Очень дельная идея, сына. Надо будет прикупить. Ой. Слушай, а другого ничего нет? А то я манную кашу в последний раз в детском саду ел. Ой, с тех пор я ее ненавижу. Жалко, не знал. Угу. Я старался. Сейчас. Слушай, па, я тебя все хотел о маме расспросить. Мед любишь? Скажи, а как вы познакомились? Ну, как люди знакомятся? Ты мед намазывай, хлеб так вкуснее. Слушай, ну и что, не было никакой искорки при знакомстве? Ну... Ладно. Это, наверное, наивно с моей стороны, но так хотелось бы услышать романтическую историю вашего с мамой знакомства. А мама? Что тебе рассказывала? Съезжает с темы так же, как и ты. Ладно, не хочешь о знакомстве? Скажи, пожалуйста, почему вы расстались? Ну как, почему, почему? Как все не сошлись характерами? Лёшка, я тебя не бросал. Я даже не знал, что ты у меня есть. Я тебе верю, правда. Зачем не приехал? Слушай, а скажи мне, мама здесь на фотографии вот такая же красивая? Да, она у меня сейчас красавица. А мама замужем? Есть отчим у тебя? Женихи, правда, были, но мама меня сама растила. Слушай, а если... А вдруг мама тебя до сих пор любит? А? Чего спину-то ломит, а? Стёп, ну второй день копаем. Ох и мучитель же ты, Стёпка, каких свет не видывал. Чтоб семья с голоду пухла, а он кубышку закопал на черный день. Ну я ж давно ее закопал-то. Где-то она здесь, моя миленькая. Где-то здесь она, миленькая моя. А сколько там денег-то? Ой, что хочешь знать? Сколько бы ни было, все мои сватины будут. Стёп, а? Ну, может, не будем отдавать? Но она же сватья-то уже не наша сватья. Вета, не зли меня. А то сейчас пойду в ЗАГС и заберу это назад, чёртово заявление. Подожди, тут ты не там копаешь. Ну, попробуй вот там копать. Вот тот сектор. Мы еще не пробовали. Да, вот с той стороны. Вот здесь? Да-да-да. Подожди, подожди, стоп. Погоди, погоди. Чего? А ну-ка. Отойди. Чего? Что-то звякнуло. Да ничего не звякало, это птица, наверное. Вспомнил. Стой так. Что? Стой так, стой так, подожди-ка. Стёпа. Раз. Два. Три. Отойди-ка. Отойди, 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 отойди. Да-да-да-да-да-да-да. Ага, ага. Ага. А ну-ка, 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 вот она. О! Ой, ну надо ж, поглядела. Ага. Что-то... О! Да, жизнь тебя ничего не научила. Стёп, дай глянь. Стёпочка, ну давай не будем отдавать, а? Ну давай, ее же все равно эти деньги не спасут. А я сахарку купил, муки, а уксусу на оптовом. Стёп, ну, ну лето впереди. Закатки надо сделать, чем мы на зиму-то останемся? Замолчи! Молчон! Работать пойдем. Деньги заработаем и все купим. Куда работать? За зарплату, что ли? Ну,
Я вот знаю, что люди работают за зарплату и хорошо живут. А так прям взяла бы эту лопату, как дала бы. Вот за эти вот порушенные, понимаешь, овощи и фрукты. Вот за этот тут порушенный участок и за нашу теплицу. Зарплату. Ты сама завелась. А я из-за тебя вот тоже разошелся. Крышечка, смотри, какая. А сколько ей лет? Крепкая. Вот делали. Да, а? Какая разница, сколько лет? Смотри, купюры-то все целые, а? Дай посмотрю. Ходят еще. Да. Кладоискательница ты моя. Ну что, готова смотреть свате честно в глаза, а? Ой, что не сделаешь ради детей? Ну, принес? А зачем он вам? Надо. Тебе что, жалко, что ли? Да не то, чтобы жалко, но все-таки Нюрочкин подарок. Для хорошего дела беру, Клава. Все равно он тебе маленький. А у такого хозяина, как ты, его мульца жрет. Ну, что ты там несешься? Это Жанна, мать моего Лёшки. Ну, видно. А дальше что? А то. Не помню я ее. Клава, хитрый вож, это ж сколько у тебя баб было, если ты не помнишь, а? Я так, например, всех своих помню, и включая цвет глаз. Слушай, Клава, может, это у вас это по пьяни было? Да ну вас, Прохор Петрович. Лёшка меня с утра донимает вопросами. Кто да что? Как встретились, как расстались? Выкручивался, как мог. Девушка, это же надо. Бабу не помню. Ой, прости, Родьбу, Клава. Это я не со зла. Слушай, Клава, а ты у него документ спрашивал? А, точно, про хвост какой-нибудь. Вот где он сейчас? Дома остался. Вот уж. Вернешься домой, а все твое нажитое тю-тю. Какой тю-тю? Да у него компьютер дороже, чем дом с барахлом. А, агрегат дорогой, говоришь? А штанишки-то дырявенькие, коленочки видно. Мутная история, Клава. Вот что, гони-ка ты его в шею вместе с этим компьютером. А вдруг и правда сын? А вдруг нет? Я, Клава, на тебя не перестаю удивляться. Вот, слушай, вот что. Ты как-нибудь раздобудь телефон этой Жанки, да и расспроси, что и чему. Ну, как я его раздобуду? Я даже ее фамилию не помню. Хоть, пойдешь-ка, я просто поражаюсь до сих пор. Как тебя в этом самом району директором вот этого самого держит? Залезь к нему в трубу и найди там слово «Мама, это и будет твоя Жанка». Понял? Все, все. Все, чао, бомбино, у меня электричка. Да подождите, да я сроду в чужой телефон не лазил. Ой, жизнь заставит, и не туда залезешь. Пошли. Бомбино. Мальчик, бомбина, девочка. Рогаццо, рогаццо. Рогаццо, парень, рогаццо. Филия, филия дочь. Дина, Дина, ты часто своим звонишь? Раз в неделю звоню. Знаешь, я так скучаю по дочке. Нет, я понимаю, Юрик там позаботится о ней, ну как-то. Я прям засыпаю и вижу ее перед глазами. У тебя такое было? Было и есть. Так, давай, не нагоняй тоску. У меня сегодня свидание. Да? А что ты? Ты поярче бы накрасила, то как-то незаметно совсем. Знаешь, как наших определяют? По яркому макияжу, по прическе и одежде, как у тебя. Ну, так что, мне нравится. Юрику тоже нравилось. Юрику? Да. Это он из-за шмоток на тебя повелся? Ты против Вани дешевка. Ну, хорошо, можешь меня научить, как надо. Сама разберешься. Это
Ну, такое надо? Ты что? У нас такого добра в Ружанске на вещевом. Рубь, пучок. Такого? Ну, конечно, волшебный люлик, супер. Это мне Лука подарил. Это две штуки денег стоят. Две штуки чего? Того самого. Да оставь его в покое. Да, боже мой, пожалуйста, ни хрена себе. А ты куда на свидание? С Лукой? Или с этим, как его, толстячком Стефана? Аля, если ты еще раз произнесешь это имя, давай он. Бомбино. 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 Бомбины. Бомбинами. Бомбино. Ну, Аля. Стефана, окажи мне услугу. Без проблем, дружище. С утра позвонил мой постоянный клиент. Хочет, чтобы я подобрал ему мебель для загородного дома. Его интересует начало 19 века, преимущественно ампир. Возьми на себя. Я тебе доверяю. Это же твой клиент. Ему срочно, а я в это время уезжаю. Не хотелось бы сбрасывать заказ на клерков. Раз такой важный клиент, отложи поездку. Нет. Не могу. Это то, что я думаю? Ваше знаменитое фамильное кольцо? Обручальное? Я его видел только один раз в жизни. Хочешь предложить мне? Не тебе. Диане. Диана? Да, я решил сделать ей предложение. И после помолвки мы с ней уедем недели на две. Ты хорошо подумал? Надоела неопределенность. И мне уже давно пора жениться. Как, впрочем, и тебе, дружище. Ну что, мы договорились? Да. Стефано, что, даже не поздравишь? Поздравляю, дружище. Спасибо. Дед бил-бил, не разбил. Бабка била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Открыто войдите. Дед плачет, бабка плачет, а курочка ряба кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу я вам другое яичко. Не золотое, а простое. Вот так. Моя шумышка. Ну, кто там? Здрасте. Здрасте. А я вижу, ты сказочник у нас, Юрка Кирогаз. Я прошу без оскорблений, здесь все-таки в комнате ребенок. А, вижу, что дитё, извини, не сдержался. Раньше наголышем называл, теперь утю-тю-тю-тю. Ну, извини. Ну, раньше я не рассмотрел, сейчас вижу, хорошая девочка. Ну что, дядь Прохор, я ведь знаю, зачем ты приехал-то. На свадьбу меня звать? Так я не поеду. Какая свадьба? Ты что, сбрендил? Анюта с этим трактористом-миллионером. А, так ты об этом? Так мы об этом уже и думать забыли. Погнала она его совсем. Не нужен он ей. Тебя дурака любит. Извини. Ты мне вот сейчас это что, про Анюту свистишь, что ли? Нет. Она что, серьезно хочет ко мне вернуться? Хочет, хочет. Только она ведь сразу не скажет.
Ну, ты ж, баб, знаешь, они требуют обхождения. А я что, ее не обхаживал, что ли? Ну. Я ей золото не дарил, я телевизор ей не привозил. Телевизор можешь обратно привезти, вещь в хозяйстве нужная. Нет телевизора. Викуся его разбила со злости молотком в дребезги. Вот, моя девушка, а у меня ж там инструмент разбросанный, молотки эти. Слушай, что-то мне кажется, что ты мне заливаешь. Ты мне, по-моему, брешешь все про Анюту. Я так и знал, что ты сомневаться будешь. А вот это ты видел? А ну-ка, встань. Смотри, для тебя вязана. Повернись. Вот, смотри. Видишь? Размер в размер. Руки-то помнят. А ну-ка, надень. А теперь слушай меня внимательно. Ты для начала купи большой букет цветов. Лучше красные розы. Побрызгайся одеколоном. Понял? И гитарку с собой захвати. Ну, песенку там споешь какую-нибудь про любовь. Понял? Вот. А вот когда... А когда объясняться будешь, так ты прям так и скажи. Какая ты красивая. Нет, вот так. Какая ты красивая. Ну, ты понял? Или повторять? Не надо мне ничего повторять. Я твои инструкции запомнил. Только боюсь, что они мне не понадобятся. Если Анюта... сама хочет ко мне вернуться, я возражать не буду. А я к ней на поклон не пойду. У меня все в порядке с самооценкой. А с бабами надо построже. А, ишь, ты поумнел за это время. Да, я поумнел. После того, как жизнь свою профукал, как ты говоришь. Ну, ладно, ладно, ладно. Ну, Юрок, ну, кто старое помянет, тому и глаз вон. Кто старое забудет, тому два глаза вон. Ух ты! Ну, так что ты не хочешь первый шаг сделать? Не хочу. Стала. Несколько дней на огороде не была. Такие сорняки выросли. Бедненькая моя. А где Дима? Не знаю. Встретила его на улице, шел куда-то с сумкой. Такой смешной, в бейсболке, в джинсах. Интересно, куда это он? Надеюсь, не к папе твоему. А зачем ему к папе? Ой, зачем, зачем? Мирить нас. Вот зачем. Почему дедушке не нравится Борис Борисович? Мам, вы с ним смотритесь просто отпадно. Я не против, папа. Знаешь, после всей этой истории с Альбиной, я думаю, что это хорошо, что ты нашла себе нового мужа. Ой, Викуся. Я не смогла тебе сразу сказать. Не будет никакой свадьбы с Борисом. Вообще ничего не будет. Мамочка, ну ты не расстраивайся. Вот я дура. Ехала к тебе, думала у тебя кусочек счастья отщипнуть. Будет у тебя еще счастье, Викуся. А у тебя, мам, у тебя будет счастье? У меня будет. Неужели ты простишь папу? А я уже его простила. Я вот не могу Валерика простить. Неужели чуть что, и они находят в себе всяких Маринок? Викусь, я чувствую, ты что-то не договариваешь.
Степа, ты сдурел? Или вообще ездить разучился? Фу! Чего? Так, деньги сюда. Вот. Ну, вот, вот это, ну что? Степ, ну ветхая купюра, стыдно такие свать и отдавать. Отдавай все, а то буду обыскивать. Обыщи меня, Степушка. Раньше не отбиться от тебя было, а теперь ведь даже не поцелуешь. Так, ты мне баки не забивай. Давай, деньги на бочку. На, вот. Все. Все. На. А если подумать? М? Вот так. На, 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 на. Ага, все, ага, все. Ага. Все, можешь обыскивать, все. Спокойно, спокойно. Степ, да засмеет нас свадьба с этими заплесневелыми деньгами. Только стыда наберемся. Степушка, ну давай повернем обратно. Назад дороги нет. Видишь, одностороннее движение. Вот так.